Всем привет! Маленькие слоники по ловушке с Бадди. Мы сегодня пройдем на моем канале карту РФК 1 под названием Fireplay. Что приводит начать честная игра. Ну или же справедливость. Let's go. Что за карта у нас такая? Броник здесь. Скелетик. И доска. Наверное, для того, чтобы мог допрыгнуть. И все. Мне сейчас нужно оружие найти. А, вот оно. Спасибо. Кстати, эту карту не проходил еще. Вот тут что-то похоже. Что-то мне напоминает от рассвета до заката. Сильно. Ах вы твари. Ну ладно. Я вас еще поимею. Реванш нахрен, давай, бля. Давай, мразь. Ну ты мразота такая, а? Блин, что ты здесь за хрена? Они спрятались в кустах? В кустах засели, твари, блин. Ну все. Вам сейчас такая жопа наступит. Реально нафиг. Бегите просто нахрен, бегите. Пока есть возможность. На нахрен. Вот так вот. Вот так вот. А, две бомбы, серьезно? Хера себе. И ничего не происходит, как всегда прям, да? Ну, к этому мы уже привыкли. Ну, мне сейчас, скорее всего, нужно просто через мост пройти. И найти, где можно установить две бомбы. Сейчас посмотрим, поищем. Ну, эту карту делал какой-то чел-любитель, что ли. Школьник, наверное, опять. А, здесь что установить? Ни хрена себе. Не, я это не проходил, нет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Простейшая карта вообще. Да. А что это? Что-то найти? Что здесь произошло? Какого черта? Ты жив?
Вот это я сейчас ланшотнул чела, вы видели? Такой ваншот был нахрен. Это пипец просто. Так, карточку нашли. Куда дальше? Куда дальше? Может быть, что-нибудь наверху есть, но это вряд ли. Ничего нет, окей. Дальше погнали. Что-то здесь есть, погоди. Наверное, нам реально сюда. Ни хрена себе дорога. И как я поднимусь? Чё, издеваюсь, что ли? А, все. Ну, дорога ведет туда. Там, значит, что-то есть. Погнали. А вот здесь прямо они не доделали просто. Тут все пусто, потому что. Недоделанная карта нахрен. Короче, ребят, ясно, здесь показывать больше нечего. Мы прошли, тут просто все. Вот они не доделали, видите? Они, походу, просто передумали делать. Спасибо тем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в ВКонтакте, пишите комментарии. Всем, ребята, пока-пока.